Привет, меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Мертвый остров. Я в игру не играл уже, блин, порядка дней 4, наверное. Как вы знаете, справлял день рождения. Ну, не помню, честно говоря, сколько дней. Довольно-таки сильно уже успел позабыть, что да как в этой игре. Так, что у нас с заданиями? Поговорить с Синамоем. Часть заданий, как я понимаю, как обычно, сбросилась на исходную позицию, потому что я выключил игру. Ну да ладно, разберемся. Так, Синамой, как давно я тебя не видел? No trace of that guy who said he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter, but who knows how long that'll take. Meanwhile, everything you bring disappears in a flash. We're almost down to nothing. I was afraid to even think about it, but I don't think we have a choice. I need you to go look for supplies in the town. Can you do this for us? Говно вопрос. Заберите грузовик с парковки отеля. Интересно. You can count on it. The tunnel leading to the town is blocked. Those things are everywhere. But I have a plan. There's a truck we can use to punch through. I saw some blokes pull an 18-wheeler with a broken axle out of a ditch with it once. If anything can get through the tunnel, it's that rig. Guaranteed. You get to the parking garage and bring back that truck. Once you do that, then we'll worry about the rest. Хорошо. Наконец-то довольно-таки интересное задание. Сейчас нам нужно ехать к отелю, судя по всему. Либо идти пешком. Но это, я думаю, будет довольно-таки опасно, потому что последний раз меня тут чуть не захарчили. Так что лучше мы проедем вот так вот. Так, где-то здесь у нас... Доберитесь до автостоянки тоннеля. Хорошо, это интересно. Так, что у меня там, кстати, с алкоголем? Понятно, ничего. Так, вот моя машинка. Блин, как я по тебе соскучился. Блин, опять с этой стороны иду. Ну ладно. Ладно, поехали. Поехали к отелю. Как Бивис. Что-то я сегодня себя как Бивис веду. Блин, а что у меня карта пропала? Добрый день. Здравствуйте. Там у кого-то запор, похоже, жесткие такие крики. Так, вот так. Здравствуйте. Ой, блин, как он полетел. Так. Толстячок. Все. Да, убивай быстрее. Хорошо. Так, через тоннель, это я помню. И после тоннеля сейчас у нас будет поворот. Тут мы еще пока не были. И нам, судя по всему, сюда. Поэтому давайте ехать осторожно. Мы таки возвращаемся в тоннель. Ох, а тут, надо сказать, довольно-таки оживленно. Ой, куда я поехал? Нам вот сюда. Так, сначала мы... Сначала мы задавим его. Ибо нехрен. Так, хорошо... Блин, куда-то я не туда приехал. Что-то завела меня куда-то. Явно не туда эта дорога. Простите мое вождение. Оно сегодня оставляет желать лучшего. Видимо, все-таки мне надо заехать сюда. И припарковаться у них на спине. Так. Не вставать.
Ну, вроде как поспокойнее стало. Фу, так. 50 метров в ту сторону. Нормально. Что у меня с оружием? Оружие, в принципе, все довольно-таки в неплохом состоянии. Это хорошо. Так, ладно, пусть себе лежат. Нас не беспокоят. Ладно. Твою мать. Только не вы. Вашу мать. Да. Сука. Ах ты. Тихо. Так. Успокойся. А, ладно, и на нас идет амбал. Хорошо. Я уже понял, как с ним бороться. А, так что они не довольно-таки не страшные в итоге. Ну, конечно, такого никто не застрахован. Так, ну что? Там еще один, что ли, стоит? Тихо. Успокойся. Спокойно. Все, наконец-то, блин. Фу. Довольно-таки теплый прием мне организовал. Да-да-да. Еще один. Блин, а я-то чё горю? С чего я загорелся? М? Так, ну чё? Все отлично. Двое готовы. У тебя баксы. У тебя запах жареного мяса. Вкуснятина. Ладно. Так. Замечательно. А, вот. Вот же она. Так, мы идем в отель. Это меня, честно говоря, не радует, потому что последний раз, когда я там был, ничем хорошим это не закончилось. Ладно. Тем не менее, заходим. Блин, мне бы какой-нибудь огнестрел. Народ меня часто спрашивает, почему я не занимаюсь крафтингом вещей. Я не люблю заниматься крафтингом вещей. Вот, ну не знаю, вот не мое совершенно там собирать из чего-то что-то. Так, и мне где-то мы оказались. Я даже в Майнкрафте и в Террарии я по большему счету их забрасывал. Тьфу ты, блин, забрасывал, потому что мне было скучно крафтить вещи. Я не люблю этим заниматься. И, блин, тут, в принципе, и без этого вполне неплохо живется, как вы видите. Конечно, некоторые ситуации дают просраться, но в целом справляюсь я обычным оружием. Персональный ID. Я, конечно, не против, если... Так, покушаем. Я не против, если получится собрать что-то крутое, если я увижу реально крутой какой-то рецепт, я... Тихо. Так. Прекрасно. У нас, похоже, намечается хоррор-момент. Ладно, пробираемся потихоньку. Тихо. Маленько помародерствуем. Там за стеной я кого-то слышу. Заберем бакинские. Энергетик. И местный сникерс. Хорошо. Аж самому сникер захотелось. Ой, блин. Я испугался этого истукана. Ладно. Так, от молотка, по-моему, пора бы уже избавиться, потому что он, честно говоря,
первого уровня, не особо сильный. Но оставим его на всякий пожарный. Пока что походим с мачете, потом возьмем ключ. Вроде один. Ну ладно, довольно-таки спокойно, надо сказать. Без особых проблем. Что у нас здесь? Блин, неужели ни у кого на этом острове нет хотя бы, блин, какого-нибудь сраного пистолетика? Припасенная закуска, кто-то ее припас, а я ее вероломно съел. Что ж я, злодей-то такой бессердечный. Так, ладно. Блин, ты посмотри, сколько натекло, а? Как со свиньи. Тихо. Блин, вы слышите это? Я надеюсь, вы это не слышите, потому что такой гул стоит от сотен голосов этих зомби воющих. Не очень приятно, надо сказать. Ой. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. А! Сука! Да что ж с вами будешь делать-то, твари такие? А! Фу, блин. Зато богатая. Ладно. Это тоже богат. Неплохо, неплохо. Сотку баксов срубили. Ни за что, ни про что. О, сука! Выходи, подлый трус! Так, рук у тебя нет, я надеюсь, без рук ты на меня не полезешь. Ну ладно, я более-менее спокоен. Так, фу, блин, а. Вот он дал мне просраться. Что за факт? Что меня удручает, это то, что тут практически нет оружия. Видимо, придется все-таки убить его, чтобы быть спокойным. Так, ладно, и там еще один. Конечно, уже приходит в негодность наши мачете. И это печально. Это печально. Блин, почему ты в голову не целишься? А ты что делаешь? Вот так-то. Хорошо, пояс нам не... А, давайте возьмем. Вдруг пригодится для создания какого-нибудь убер-инструмента для уничтожения зомби оптом. Но пока что, честно говоря, меня вся эта затея не приколола. Так, ладно, еще один снэк. И, в принципе, я думаю, пора отказаться уже от этой... от этого мачете, потому что оно уже затупилось. Магазин подарков. Люблю подарки. Да, не самый лучший подарок, надо сказать. Вот с чем тут точно нет проблем, так это со всякой жратвой. Еще бы тут где-нибудь было оружие. Пока что я его не вижу. Но в принципе довольно-таки неплохо и спокойно. Нажмите одновременно, игра в прятки А для уклонения от атак. Да вы гоните. Я затрудняюсь даже сказать, что это за кнопка «Игра в прятки». Меня часто спрашивают, почему я так не люблю местную локализацию. Так вот, очередной вам пример. Спокойно. Так, вроде успокоился. Тихо. Смотри, живая была.
Слышали, да, как она ойкнула? Я надеюсь, она была зомби, потому что если она просто живая была. Тихо. Так, все. Кто кричал «Эй, сюда»? Кто-то где-то кричал. Там еще, по-моему, дверь была. Давайте посмотрим. По крайней мере, возьмем алкоголь. Он нам явно не помешает. Ой. Да ты... Откуда ты нахрен взялся? Жопа, жопа, жопа. Блин, а. Ну ладно. Не зря сходили. Хотя, конечно. Вот, опять кто-то кричит и сюда. Хотя, конечно, пересрался я знатно. О! I'm right here! Good on ya. You made it this far. Unfortunately, this is as far as you go. The security system has locked the doors. I can still help you get through to the parking lot. But first you gotta promise me something. My partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those things. If you find Ken, I'll tell you how to get to the parking garage, right? Блин, сейчас искать какого-то Кена. Ну ладно, найдем. Так, мне что, вниз прыгать, что ли, я не понял. Похоже, да. Опасно. Я надеюсь, этот лифт не упадет в шахту. Джеронимо! Понятно. Так, куда мы поехали? А, во. Сейчас можно было опять нарваться на кого-нибудь. Так, тихо, спокойно. Блять, я не хочу туда. Вот это, я думаю, встанет. Хотя, скорее всего, не встанет, потому что с него можно взять. Когда с этих мертвяков что-то можно взять, это практически полная гарантия того, что они уже больше не встанут. Так, у этого проткнута голова и объедена нога. Я хочу быть уверен. Там ходит амбал. Твою мать, эти крики меня вымораживают. Блин, у меня что, больше молотов нет? Это печально. Блин, у меня 10 алкоголя, его хватило бы на кучу молотовых. Но, к сожалению, Так, как мне вас обойти, господа? Ёлки-палки, на этой кухне. Я не вижу ничего хорошего. Ну давай запрыгивай. Обалдеть. Ну почему же нельзя-то, а? Тут, я думаю, мы тоже не пройдем, да? А, ну вот. Так, что же, что-то мне не нравится. Там у нас два зомби. Погнали, была не была. Так, тихо, тихо, тихо. Это что за звуки такие? Фу-ху-ху-ху. Так, уходим. Уходим по-быстрому. Я надеюсь, это помещение не соединено с тем. Потому что если да, то это плохо кончится. Блин, ты посмотри, а. Твою мать. Нет, туда я точно не пойду.
Бляха-муха. Я хочу выбраться отсюда. И желательно живым. И желательно в полном здравии. Блин, на кой хер я из-за какой-то машины сюда пошел? А? Ну что я, какой-то прокаженный, что ли? Почему меня на самые трудные задания вечно отправляют? Я понимаю, что у меня иммунитет, но, блин, это не оправдание таким самоубийственным заданием. У меня бессмертия нет. Тут у нас определенно кто-то есть. Я слышу вас. А! Тихо. А, сука! Ногой промахнулся. Иди сюда. Иди сюда, скотина. Фу, так. Блин, что тут стрёмненько. Ну, не знаю, вам, наверное, днем, как обычно, сейчас в комментах будут писать. Да нет, игра не стрёмная. Это что, да я спокойно играю. Я, во-первых, я впечатлительный. Во-вторых, я играю в наушниках. В-третьих. Тихо. Хорошо. В-третьих, я играю ее как минимум в 12 часов ночи. Но сейчас тоже первый час, конечно же. После работы уставший. Что тоже определенно накладывает свой отпечаток на это прохождение. То есть, во-первых, я пропускаю много вещей, очевидных для вас. О чем вы мне, конечно же, обязательно рассказываете. Вам же так важно указать мне на все мои ошибки. Ой, ой, ой. Спокойно. Кроме того, так, возьмем свой ключ. О чем я хотел сказать? Вот видите, от усталости я уже забываю, о чем я хотел сказать. Ну ладно, надо выбираться отсюда по-любому. Как вы поняли, да. Я устаю. Вашу мать. Сука! Фу. Не так уж и страшно. Блин, надо быстрее выбираться отсюда. Это же все хуже и хуже с каждой минутой. А, деньги. Деньги. Так, ладно. Тихонько, аккуратно пробираемся дальше. Тут кого-то тащили, такое ощущение, что... О, тут можно починить оружие. Это хорошо. Электронный хлам. Так, я могу что-нибудь собрать? У меня нету гвоздей. А тут у меня не хватает проводов и металлолома. Ну ладно, зато мы можем, во-первых, починить все, что нужно. Вот так вот, отлично. Во-вторых, мы можем модернизировать, скажем, вот этот вот самодельный мачете 7-го уровня. А, ну и так уже по полной. Фомку. А, вот у нас ключ 10-го уровня, тоже неплохо. Хорошо. Молоток уже, я думаю, модернизировать смысла нет, потому что он довольно-таки слабый. Давайте фомку вот эту вот. Хорошо. Сейчас мы возьмем фомку. Так, только где она? А, ну она в инвентаре, так что сейчас мы ее поставим. Ох, очень много мусора. Так, вот наша фомка. Мы ее экипируем вместо, скажем, молотка. Колин Фримен! Так, ладно, с богом, пошли дальше. Твою мать! До свидания. Блин, как я не хочу туда выходить. Сука! Твою мать! Хорошо. Сука!
сука! Что ж такое? Блин, как подняться? Фу, блин, да что ж... Что ж мне так не прет? Так, ладно. Как бы там ни было, пробираемся дальше. Пока что мы живы, здоровы. Это меня радует. Фу, блин. Этот отель, надо сказать, не самое приятное место. Что ж с вами? Что ж ты не падаешь-то, а? Так, давайте посмотрим, что у нас по очкам. Вот. Вот это вот, конечно, надо бы прокачать до второго уровня. Но выносливость мне тоже не помешает. Давайте выносливость прокачаем. Хорошо. Так, здесь у нас, похоже, какая-то парилка была. Блин, а та-то что встает? Ее же ели только что. Хорошо. Ржавая труба мне не нужна. Так, ладно, надо пробираться дальше отсюда. Что у нас здесь? Персональный ID. Тоже неплохо. Так, туалет. Ладно, в сортире мочить, я думаю, никого не надо. Раздевалка. Да блин. Что ж с тобой? Все время что-то не так, а? Так, ладно, денежная компенсация. Блин, как-то мы очень странно идем на парковку, надо сказать. Чуть ли не через весь отель. Я думал, это задание не будет таким долгим. И что-то сдается мне, что это еще даже не середина. Ты посмотри, куда я попал вообще? Тихо. Как мне нравятся мне все эти звуки. Да вашу мать. Да? Давай, 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 пошел. Пошел. А! Давай, 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 браток. А, закрывай дверь, закрывай. Фу. Блин, напряженная игра, до чего? Это же ужас какой-то. Так. Во. Вот и ты. Кого я слышу за дверью? Give me something. There was a first aid kit with morphine in the medical room. If you can find it, hurry. Ладно, нам нужно найти морфина для этого доходяги, который, судя по всему, и так скоро сдохнет. Но квест есть квест, от него уже не отвертишься. Поэтому возьмем свою фомку и пойдем. Там у нас здоровяк, насколько я слышу. Это меня... Тихо, тихо, тихо. Блин, страшные звуки. Иди сюда. Спокойно. Ладно. Тихо, тихо. Блин, да чего хорошая боевка все-таки в игре. Мне она нравится. Прям чуть ли не как в
Condemned. Так, тут у нас лазарет. Ой! Нахер, нахер тебя! Блин, ну выбора у меня, судя по всему, не остается. Придется опять драться с этим здоровяком. А ты довольно-таки хилый, надо сказать. Блин. За что зацепился там? Одна рука есть. Вот отлетел. Блин, вставай быстрее, давай, браток. Мы победим. Так, обе руки сломаны. Можно начинать. А, сука. Ну давай, ёлки. Блин, а. Так, как там же пожрать что-нибудь? Так. Фу, блин, чуть не ушатал меня. Давайте мы алкоголя, что ли, бухнем. Или он более утоляющий. Это мы не можем. Но... Да похер. Все, наконец-то. 360 баксов, обалдеть. Так, прикроем пока дверку. Надо чем-то подкрепиться по-любому. И что, где у нас тут лазарет? Так, хорошо. Тут вообще ничего страшного не было. Морфин. И... есть тут еще что хорошее? Давайте посмотрим. Лимонный сок. Проверим системник. Системник у нас батареи, видимо, от биоса на материнке. Так, энергетик. Хорошо. Отлично. Фух, ладно. Все, закрываем на всякий пожарный. Ой, блин, ты чего пугаешь? Так, ну и... Ну и сюда. Держи морфина. Да ты что, издеваешься, что ли? Я надеюсь, мне не придется сейчас еще куда-то идти. А, все, парень отходит, похоже. Да, парень умер. А если бы не бездарная игра актеров, мне бы даже стало жалко. А что ты моргаешь, если ты умер? Вы видели, да? Он моргает. Он опять моргает. Он ртом шевелит. Да это зомби. Ладно. Я думаю, на этой ноте мы завершим эту серию. Продолжим выбираться из этого отеля завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.